Блин, интересно. Я тебе скажу сюжет. Все барышни, которые смотрят джиперские каналы, я думаю, подпишутся на Саню. Да, конечно, сегодня же. На такого... Кто-то снимает на мой телефон вообще? Так зачем мне ты нам... телефон? Да. Я тебе дам переписать, не очень. Блин, плохо, что в Инстаграме мало подписчиков у меня. Я думаю, вызвало бы живой интерес это видео. Саня! Да? На Вранглере надо лебедку починить. У тебя есть в машине напильник? Да. Давай. Прям сейчас. Ну, давай позже. Давайте я выйду, и тут спокойно достанем все. Хорошо, давай, надо едь. Человек сказал, никогда не был... Снимается он? Да. Говорит, никогда я не был штурманом. Ну, так ты сказал, что у него все впереди? Да. Или спереди? Дерево близко. Саня, опыт большой. Мотор как-то поддымливает, не знаю, или это мне кажется. Всего этого мне больше всего нравится вот этот штурман на бампере. Да, он прикольный. О-хо-хо. Не нырнул штурман там? Штурман на месте? Нырнул? Вы его на... Нырнул, да? Не, я спрыгнул, потому что это страшно. Ну вот тут следы от Вранглера. Колея уже совсем не такая, как была в начале. Чуть сапог не слетел. Но я прошел. Да, поворачивается, да? А. Не, ну у тебя машина мощная, что ты сравниваешь с великом. Так, пошла размотка. Штурман пошел. Как раненый солдат. Как раненый солдат, да, похож, что-то есть, да. Пацаны, а что вы делаете? Надо кисточками. Вы близко стоите при карантине, кстати, втроем все. Яна на 1.5 метра. А, Яна в маске. А, вон маску чуть не одел. О, он в шапке. Тоже все в масках, нормально. Вот так это все выглядит. Спецучасток. Прошло несколько автомобилей по вот этой траектории. Гелик на Тибусах, Вранглер на 37-х Трипадорах. Очень мощный там, почти 300 лошадей. Так, обратный путь. Ляп!
давай назад. Чуть не проехал. Саня, давай назад. Слышь, это дым от тебя в Киевской области, оказывается. Да. Где? А 70-ка, да, отсюда вот так начал, вот так вот, да, выехал, да. Все, мы приехали. Что такое? Шпонку срезал? Да. Что, срезала шпонку? Да. Хорошее место. Да. Ну что, сейчас новую забьем и поедем дальше. Ну типа да. Тут у него и мойка рук сразу. В общем, присели. Нормально, уже копал он только что. Макс пошел за помощью. Тут такой хороший ручей. Два ручья. Вот типа трасса отмечена. Неожиданный выход из будки. Саня, покажись, где ты убежал? Блин, как ты красиво выглядишь, вообще шикарно просто. С этим, со своим стоматологическим молотком, это его классический молоток из двух кусков арматуры сделанный. Очень. Да какого покемона? Фредди Меркьюри он похож. На покемона, блин. Вообще ничего общего. О, блин, тишина. Птички поют, наверное. Потом докачаем. Давай я тебя с шишигой и в костюме новом сфотографирую. Поворачивайся. Блин, и в маске, красавчик. Потом, когда будем сушиться, еще там, еще показать. Да не, хорош, слышишь, ты что, не надо. Ты канал отключат от Ютуба, ты что, да? Конечно. А ты это замылишь, понял? Я же не могу трусы испачкать, понимаешь? Да, я понял. Ух ты ж, елки. Там смотри, чтобы не порвалось, главное внизу, чтобы ничего не вывалилось. Главная пара, чтобы не выпала. Чтобы не выпала пониженная передача. Шток. Блин, интересно. Я тебе скажу сюжет. Все барышни, которые смотрят джиперские каналы, я думаю, подпишутся на Саню. Да, конечно, сегодня же. На таком. А кто-то снимает на мой телефон вообще? Да зачем мне? Где твой телефон? Да. Я тебе дам переписать, не очку. Блин, плохо, что в Инстаграме мало подписчиков у меня. Я думаю, вызвало бы живой интерес это видео. Зрителей нет, а ну посмотри, нет, есть зрители? Не понимаю, что он делает, ты сзади пойди вот так вот, вот из ямы. Тут же вот самый кадр. Для любителей Фредди Меркьюри тут обсмотреться. Может кабину поднять, а тогда будут дальше заглядывать? Да хрен его, чтобы не прищемило тебя. Слушай, давай кабину поднимем. Может не рисковать? Зачем? Ну, мы ее зафиксируем. Да. Бампер береги. Да, вес большой у шишиги. Колеса надо больше, Саня. Когда ты будешь менять колеса? Да не хочу их менять. Нормальные колеса. Поднимай. Поднимай. Или это я сам? Сам ты бугай такой, что не чувствуешь мощности. Может палкой подпереть? Нет, там все уже подперто. Там же есть специальное приспособление. Вот это... Машина мечты. Я пойду. Продолжает он копать. Тут хорошо все видно. Слышь, если кабина опустится, она меня не прищемит? Не, розетка какая-то, смотрите. Вилка, точнее. Что он там делает? Чинит лебедку, мне кажется. Так. Пытается расклинить. Почитается починить. Так, там кто-то к нам едет, слышно вроде. Геленваген едет. Или Вранглер. Или оба. Пойдем посмотрим, кто нам к нам едет. Нашел мост, не знаю, пройду или нет, но попробую. Блин, спросить некого. Выдержит он меня? Не, пойду вброд, наверное. Что-то мне
трещит мост подо мной. Блин, ел много. Вроде не очень много. Блин, уровень воды мы зря подняли. Вода чистейшая. Брод прошел. Так, вот эти бомбезные места. Идем. Хорошо. Там достают кубик, я смотрю. Тут вроде и склон. Ну такой торфяник жесткий просто. Что-то нереальное. Это вы до сих пор возвращаетесь или что? Да, рекорд. Нет, тут все серьезно, ребят. Тут очень серьезно. Мы тут будем, да. И тут мы сидели, там мы сидели. Но все равно гелик молодец. Да, что вам сказать, тут жестко. Идет. Чтоб подкрылок не сломало. Торфяник знатный. Достали из этой жести. Нет, еще не едет. Уже вроде одно на твердом, но так все замылено. Хорош, братик, езжешь. Да езжешь. Вырвался с болота человек. Так, несем слепому еду. Тут пока все на обеде. Помощь не сильно спешит. Тут серьезный футболист. Тут серьезная машина. Сейчас, тут недалеко он. Вон там, за лесочком. Какой тут расколбас серьезный. Видно, что мы прокатились немножко. Слышу звуки шиши. А где слепой? Уже едет? Ёханый бабай. Вот это быстрый парень. В новом костюме. Моментально переоделся. Починился и едет. А мы идем к нему навстречу. Ну, уже не едет. Уже присел чуть-чуть. Ну, сейчас поедет. По такой жести тут. Тут идти сложно, не то что ехать. Хорошее место для спецучастка. Даже на склоне болото. Интересная местность. Смотрите, склон, тут низина. И тут проваливаемся. Бегу, Санечка, бегу, маленький. Не знаю, добегу или нет. Ну как вы там? А? Как этот Меркьюри? На, бегу, Санечка. Бегу, маленький. Что это? Редисочка? Плов, покушай. М-м-м, пока не остыл. Человек знает. Иду, подожди. Штурман крепкий вышел. Засунуть между двух вращающихся деталей с первого раза.
Ты красавчик. Говорит, я попал с первого раза. Не, ну у тебя опыт, Саня, что тут говорить. Я это, хорошие зубы не удаляю. Слышишь, что-то... Что-то поддымливает чуть-чуть, да? Не было, по-моему, здесь что-то произошло. Все, я видел, как он переоделся и вышел неожиданно переодетый из-за будки. Саня как бразер заглядит, типа жилет на голое. Просто не закрывай зеркало, я хочу... Так я тебе скажу, что совсем на голое. Он хотел показывать, что там внутри, но я говорю, давай в следующий раз. Ты не видел, как я мылся? Слава Богу. Я потом в лужу плюхнулся, отмывал грязюку. Так, а снимал костюм? Да, нет, в костюме плюхнулся. А. Включение. Да, дыма много. Евро 2, евро 3. Я думаю, что твой костюм можно в секс-шопе продавать как эксклюзивную вещь. Ну, да. Ну покажи. Надо только маску с замочком. А маску и черного цвета. Хорошо, из кожи. Шариком, шариков еще предлагают тут варианты. Какой выхлоп идет по ногам. Тепленький. Не раздевай рот, на второе место можешь рассчитывать. Так там ничей колеи не было. Так, ну, у меня чуть-чуть полегче машина, да? Тут уже два штурмана. Чем длиннее трос, тем тяжелее. Болото просто бомбезное. Главное, что есть деревья. Такое сочетание идеальное. Ну и не провалишься. Не намокнешь сильно. Она вон там где-то далеко зацепили. Метров сколько? Метров 50, да, где-то? 50-60 метров. Давай сейчас ты жопой упадешь, классно, грязь. Не, успел. Не поймал кадр, да? Поставь вправо руль, вправо руль, вправо. Костюм не жмет тебя нормально? Да жмет ужасно. Натирает? Да.
машина. Пока не запаханный был, мы уже было как-то ездить. Нет, я же уже V8, как у Кубик. Помогай. Коксу! Давай лебедой, Саня! Давай коксу! Давай перелебяживаемся туда на стол! Да вот, Маша, видишь? Сюда, сюда! Куда там сядешь, Саша? Да, да. Едь, никого не слушай! Так он же хочет... А я развернусь где? Вот здесь! Здесь! Давай! Да вот так я туда еду! И отсюда с разгону так и пойдет! Отсюда с разгону и пойдет! Теперь надо туда заехать задом, а потом уехать туда! Александр, смотри, вот твердое! Знаешь анекдот про площадь? Что-то там делают на площади. Это вот эта история, да? Похоже, да? Оно, да? Тут много людей на площади. Все знают, как, куда, как направлять, да? Попадать. Сань, я дорогу неплохую нашел. Попробуешь проехать? Впереди вон. Вперед! Вот вперед! Вправо, вперед и сюда назад! Вперед едешь! Саня! Саня! Вот по прямой идешь туда и там разворачиваешься. По кругу разворачивайся. В обратную задом давай. Эй, Санек, поворачивай. Давай, давай, там еще до дерева далеко. Еще, еще. Осторожно, тут давай, я стою. Еще. Да, колесо надо качнуть. Давай уже выйдет в лагерь. Тут недалеко уже. Так. Слепой пошел. Красиво. Идет в лагерь. Еды хочет. Вот так вот. Пошел на коксе. Блин, хочет покушать. Не, ну V8 рулит. Круто прошел. По вот такой жести. Аж сам не верит.